Всем привет! С вами Максим Наумов и AV Report. Сегодня мы приехали в галерею Назаров для того, чтобы познакомиться с компонентами Primer, оснащенными технологией Prisma. Эта технология добавляет сетевые функции в классические Hi-Fi компоненты. С ее помощью можно воспроизводить музыку по сети или онлайн, управлять компонентами с помощью фирменного приложения и создавать мультирум-систему. Встроенный модуль Chromecast позволяет сделать домашнюю Hi-Fi систему частью умного дома Google Home, а также добавляет возможность голосового управления. Окей, Google, включи Deep Purple в спальне. Хорошо, вот Deep Purple с сервиса Google. Окей, Google, добавь громкость. Следующий трек. Важной особенностью компонентов Primer является модульная конструкция. Сетевой модуль Prisma можно встроить в компоненты 25 и 35 серии. А среди компонентов 15 серии есть версии как с сетевым модулем, так и без него. Такой подход позволяет сэкономить деньги и место на полке с Hi-Fi аппаратурой. С вами был Максим Наумов и AV Report. Всего доброго!